Здравствуйте, меня зовут Юрий Владимирович Бабинец, я главный врач медицинского дома «Одрекс». Медицинский дом «Одрекс» – это современная клиника, где собраны все передовые достижения медицины на данный момент. И сегодня я хочу вам рассказать об одном из направлений – это малоинвазивная хирургия. Что такое малоинвазивная хирургия? Малоинвазивная хирургия – это альтернатива большим хирургическим полостным операциям, но вмешательства в организм выполняются через небольшие проколы или естественные анатомические отверстия. Все эти операции выполняются с помощью специального эндоскопического оборудования, с применением видеокамеры, которая увеличивает изображение в 40 раз, что позволяет хирургу более точно выполнить эту операцию. Для пациента малоинвазивная хирургия обладает рядом преимуществ. Прежде всего, это снижение болевого синдрома после операции. Во время операции это снижение риска кровотечений. В послеоперационном периоде это уменьшение вероятности образования спаечного процесса. Плюс, конечно же, косметический эффект. Восстанавливается человек и возвращается к нормальному образу жизни в течение нескольких дней. Малоинвазивные методики доказали свою эффективность во всем мире. И у нас в клинике «Одрекс» такие вмешательства выполняются ежедневно. Выполняются такие вмешательства при заболеваниях 12-перстной кишки, желудка, желчекаменной болезни, при грыжах, аппендицитах, при заболеваниях толстого кишечника и прямой кишки, при ожирении, при опухолях. Также эти вмешательства применяются при гинекологической патологии, урологической патологии, а также при заболеваниях суставов. Клиника «Одрекс» на сегодняшний день является лидером щадящей хирургии на юге Украины. Почему? Потому что у клиники «Одрекс» самое современное оборудование экспертного класса. Это лапароскопическая стойка «Страйкер», это ультразвуковой скальпель «Олимпус Тандербит», это эндоскопическая видеосистема «Пентекс» экспертного уровня. Все это позволяет выполнять операции на очень высоком уровне, но оборудование это еще не все. Мы очень гордимся нашими специалистами-хирургами, которые регулярно проходят стажировку за рубежом в ведущих клиниках мира. Все наши хирурги являются членами Европейской ассоциации эндоскопических хирургов, обладают большим уже практическим опытом выполнения операций любого уровня. Задача наших специалистов – оказать качественную медицинскую помощь с минимальными последствиями для человека. И как показывает опыт, малоинвазивное вмешательство позволяет это сделать. Дискомфорт после операции у людей гораздо меньше. К нормальному образу жизни они возвращаются гораздо быстрее. Бывают такие случаи, что пациент после операции в тот же день уже дома. Если у вас остались какие-то вопросы, обращайтесь к нашим специалистам. Они вам всегда помогут. Не болейте, будьте здоровы!